Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Новый жилой дом на 378 квартир построят в Таганском районе. К маю 2022 года в Таганском районе построят новый жилой дом на 378 квартир по программе реновации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Мосгостройнадзора. Новый дом построят на месте снесенного административного здания по улице Мельникова. По словам главы ведомства Олега Антосенко, дом будет состоять из трех одноподъездных секций, которые сформируют единое дворовое пространство для организации досуга и отдыха жильцов комплекса. Первые этажи будут нежилыми, в них разместятся магазины. Также в пресс-службе добавили, что все секции дома будут объединены общей подземной частью с паркингом на 136 мест. На этом у меня пока все, а больше новостей из жизни столицы не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!